Bitch! 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 Лучше звоните Солу. Четвертый сезон ждать еще почти год. Сегодня я хочу рассказать, что, по моему мнению, будет в нем и чем он нас удивит. Начну с того, что в первой серии мы увидим традиционный для нас флешбэк в будущее. Он должен быть большим, и он должен сильно повлиять на пятый сезон. Но про это мы поговорим в другом видео после четвертого сезона. Или это будет последний флешбэк, и четвертый сезон окажется финальным, но я надеюсь, это будет не так. Многие сюжетные линии подходят к концу. А это значит, что потихоньку мы подходим к таймлайну Breaking Bad. Сюжетная ветка с Гектором Саламанкой почти закончена. Он пересел на инвалидную коляску и готов взрываться. Значит, и часть сериала про Густава, Майка и семью Саламанку подходит к концу. Но что насчет другой половины сериала? В последней серии мы видим, как Чак толкает лампу и, скорее всего, он умрет. Джимми останется с Ким. У него никого не останется, кроме нее. Тут закончится сюжетная линия с Чаком и ХХМ, так как ничто не будет связывать Джимми и Ким с ХХМ, только если Ким по каким-то обстоятельствам туда не вернется. Я считаю, что мы увидим расставание Джимми и Ким, так как ее не было в Breaking Bad, но тут я гадать особо не хочу. Мы увидим становление Джимми в Сола Гудмана, которое началось с рекламы по ТВ, а закончится вы сами знаете чем. Финальной точкой развития сюжетной линии с семьей Саламанкой будет Начо, а точнее его смерть. Или, если точнее сказать, убийство. Скорее всего, это может произойти с помощью братьев Саламанка или с помощью Туко. Теперь все разберем по порядку. Первое, что нас ждет, это флешбэк в будущее. Потом мы увидим смерть Чака. Джимми сломается и каким-то образом поссорится с Ким. Также мы увидим Гектора на инвалидной коляске и убийство Начо. А потом начнется самое интересное. Если мы посмотрим на ближайшие проекты Брайана Крэнстона, мы увидим, что там только один фильм. «Неприкасаемый» или американская версия 1+1. В марте этого года у Брайана брали интервью, где спросили, вернется ли он к роли Уолтера Уайта в сериале «Лучше звоните Солу». Он пошутил, а некоммерческая ли это тайна, и сказал, что он не знает, что если ему Винс Гиллиган предложит, он обязательно согласится. Как по мне, самое подходящее возвращение Уолтера — это последняя серия четвертого сезона БКС. А теперь предлагаю посмотреть, как она закончится. Мистер Мэйхью. На этом я закончу. Надеюсь, вам понравилось. Это было мое небольшое видео насчет четвертого сезона БКС. Вот так вот кратко. Не особо хочется много предполагать, что будет в четвертом сезоне, потому что на самом деле может случиться все, что угодно. И те события, которые я назвал, не произойдут. И тогда вообще просто что это будет? Ну ладно, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх и залетаем в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока. Someone is always watching. So don't forget to smile. That's all for today. See you next time when we'll be discussing cleanliness.